Сделать свою малую родину зеленой и цветущей нет ничего проще. Вот уже больше 10 лет активисты села Луговское зонального района занимаются озеленением. Два раза в год на своей территории они высаживают сотни деревьев. Инициатором экологической акции «Зеленая весна» стал Алексей Байпаков. Здесь главное не ждать, уверен он, а действовать. И люди тогда тебя поддержат. Сами попробуйте. Поймете какое-то удовольствие, какая-то радость, когда даришь человеку дерево, а он: «Ух ты, это мне, а за что?» «Да просто так!» Он идет уже счастливый, думает, где бы посадить, а нигде бы нагадить. Посадочный материал заказывают в Екатеринбурге и Воронеже. Саженцы бесплатно дает общественная организация «Родной лес». Небольшую сумму приходится платить только за доставку, но это берет на себя администрация села. Деревья прекрасно адаптируются к алтайскому климату и хорошо приживаются. Это не то, что удовольствие, это кайф. Это единственное, что есть на земле разумное. Это же дерево, это же воздух. В садиках, везде, в школе. Еще чище воздух в Луговском будет рядом со школой и детским садом. Помимо функции легких, деревья будут выполнять еще одну немаловажную задачу. Здесь нам лес необходим. Это и красиво, эти места, где мы постоянно ухаживаем. Вот здесь мы высаживаем, видите, как все дело. Здесь детский сад. Ребятишки играют, а ветра у нас присутствуют, с этой стороны идут, да? Вот порозы ветров. Мы их загородим от ветра. И они в любую погоду, там не будет им страшного ураган. Они будут защищены от ветров, и там солнышко им хватит, зелень, природа. Ну, для ребятишек это здорово. Сегодня в Луговское приехали волонтеры отряда «Бодрая жизнь» Бийского педагогического колледжа. Студенты при участии фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева вместе с жителями и школьниками высаживали липы, кедры и пихты. Мы помогли людям. Люди смотрели на нас и радовались, то, что вот нам не все равно. Мы молодое поколение, мы приехали, помогли просто так, безвозмездно. И это удовольствие для нас и для взрослых тоже. Хотим быть гордостью наших родителей. Несколько десятков саженцев теперь будут расти и крепнуть вместе с сельской детворой, которые, кстати, обещали присматривать за молодыми деревьями. Я хочу, чтобы моя елка была самая большая, и всегда буду к ней приходить и ухаживать за ней. Представители всероссийского движения «Родной лес» дают саженцы всем, кто хочет сделать мир вокруг себя зеленым и цветущим. Мечта общественников – высадить в нашей стране 150 миллионов деревьев. И осуществить это желание в том числе помогают инициативные жители села Луговское.